Стерли Тамаки открываются магазины с узкоспециализированными товарами. Так, например, теперь любой врач может приобрести оригинальную медицинскую одежду в свободном доступе. А может появиться магазины с редкими товарами, которых так не хватает нашим горожанам. Для диабетиков не хватает шприцовочек. Многих брендов одежды нет здесь. Самых модных не хватает, тут вот обычные вот продают и все. Детских товаров, скорее всего. Инструментов для творчества ребенку не можем найти. Все есть. Одна вся химия только. Ну, товаров каких? Качественных, нормальных, чтобы можно питаться, здорово, чтобы пища была. Я считаю, в достатке почти что все товары. Единственное, я бы хотела отметить их качество. Как продовольственных, так и продуктовых. Диетические товары, инструменты для детского творчества и одежда известных брендов. Такие товары горожане хотели бы видеть в наших магазинах. А больше всего не хватает продуктов для здорового питания.